Андрій, Да, Вікторія. мені дуже шкода, що ми з вами на таку сумну тему збираємося говорити, але мені все одно дуже приємно сказати вам слава Україні сьогодні. Героям слава. Ви знаєте, зараз усі розмови усіх українців починаються із двох питань. Як ви і чи в безпеці близькі? Вы знаете, у меня такое большое количество включений, я настолько, вот честно вам скажу, где-то и устал об этом говорить. Я думаю, что можем пойти дальше. Если я сижу в кепочке, в черненькой масочке, как вы сказали, при хорошей картинке, значит, більш-менш. Так, хай так і буде далі. Тоді розпитаю вас про сторінку в Інстаграм, бо це те, що найцікавіше зараз мені, тому що джерело найкращих мемів і найкращого гумору – це офіційна сторінка в Інстаграм Вірки Сердючки. Хто її веде і як придумуються ці жарти? Ну, жарти придумуються по-разному. Сьогодні, якщо ви подивитеся, вийшла картинка, це була десятилетие, кажется, да, светского життя Катя Сачи. И мы, значит, с мамой плыли на банане. И вот сделал такой мем, Валера наш, сделал, когда вместо этого банана, значит, сделал ракету эту же, Нептун, да, которая едет на гастроли в Москву. Мне кажется, что это было очень остроумно, и мы сразу выложили сегодня в Инстаграме, говорят, что хорошие такие реакции. Инстаграмом занимается Андрей Уренев, он полностью это ведет, мы там какие-то вещи согласовываем, некоторые вещи он по своей инициативе выкладывает, которые считает нужным. Потому что я достаточно занят по своим там делам, и он это быстренько делает и быстро реагирует, поэтому ему велика подяка. Це точно. Подяка тобі. Покажись, Андрій, ну покажись, аж для вас. Від мене так персонально, так. Да. Стисняється. А дарма, героїв треба знати в обличчі. Ну давай ще. Хватит. Це герой. Поки готувалася до вашого інтерв'ю, знайшла таку інформацію про концерт в Ізраїлі, які будуть давати на підтримку Росії, там Микола Басков і Поліна Гагаріна. Я вас хотіла запитати, ви ж, мабуть, знаєте цих людей. Чи вас дивує, що вони так просто пристають на таку дешеву пропаганду? Ну, это фейк. Это мы давали буквально пару дней назад интервью какому-то радио из Израиля, да? И они тоже так вспомнили, что это фейк. Фейковая афиша Николая Басков и Полина Гагарина, а ведущий, типа, конферанс Яков Кедми. Мне кажется, что это очень странно. Ну, чи вас дивує, що саме ці люди стали такими трибунами? Чи це, ну, нормально? Ну, послушайте, я, конечно, знаю характер, допустим, Коли, да, который, ну, у него такой жанр, знаете, мы же и дружили, и все. Я где-то понимаю, что в момент от этого приспособленчества, какого-то участия в каких-то субботниках, скажем, да, что такое субботники, рассказать вам? Нет. Это когда, вот, к примеру, вам какой-нибудь олигарх что-то дарит, вот, к примеру, да, и ты уже, если ты берешь этот подарок, ты уже обязан, что если тебе там позвонят, особенно люди, которые живут в Москве, артисты, алло, здравствуй, там у меня бар-мицва, вот это, значит, приезжай, там, проведи сегодня, давай, пока. То есть свободен ты, ты уже обязан. Я никогда ничего не брал. Вот, вот си рукой ничего не брал. Конечно, мне давали, там тоже предлагали, там и на каких-то больших корпоративах таких, когда это переходило в какую-то выпивку такую, то мы даже, никогда, у нас принцип никогда не садиться за стол. Мы отработали, сделали свою работу, мы могли выпить на сцене там с хозяевом там, или с олигархом, с этим, и быстренько смотаться. То они садились за столы, они общались, при этом я понимаю их тоже. Они приобретали хороших знакомых, тут же они приобретали новых заказчиков. Потому что я думаю, что собрать концерты сольные, как вот на кассу, я очень сомневаюсь, что Николай это способен сделать. Поэтому ему нужно находиться возле кормушки, ему нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы. Поэтому нужно ему присутствовать на телевидении. Все. Он думает только о себе. Вот поверьте, ни про какую Россию ничего не думает. Не сходите с ума. Это абсолютно зацикленный на себе человек, при том, что у него масса хороших качеств. Но вот
о чем мы сейчас говорим? О хороших качествах я говорить уже сейчас не могу, после всего того, что я слышу. А ви, от багато дискусій є в мережах, чи існують хороші росіяни, чи є хороші люди по той бік кордону? Ви вірите в те, що... От ви правильно сказали, от Вікторія, ви правильно сказали. Я не воспринимаю от, єврей, русский, негр, узбек. Мені все це як-то роздражало. Да? Хороші русські. Є нормальні, хороші люди, як у нас, так і у них. І от хороші русські. От не вірте, що є хороші русські. Есть хорошие, нормальные люди. Я не знаю, я сейчас, ну, я, к примеру, очень много слушаю Невзорова. Вот мне вот нравится его позиция. Он же вот разговаривает и делает свои такие умозаключения. Не когда уехал, и находясь там в Израиле, это сейчас так рассказываю, да? Нет, это было так всегда. Когда он жил в Питере, он давал свои вот эти стримы, или как они называются, Невзоровские среды. Я это... Бреюсь там, да, но у меня включено, вот я слушаю. Я всегда поражался его формулировкам, я всегда поражался его знаниям. При этом у меня вызывает он, что это добрейший человек, абсолютно добрейший человек, который, я даже вот увидел, как он, какая-то бабушка подошла, взяла у него автограф, и как он, я увидел, помощница показал, чтобы эту бабушку приводили на его лекции бесплатно, без билета. И это видно по нему, и это ощущается. Я считаю, что очень много людей, которые все понимают. Вы знаете, в момент, вот я скажу, в первые дни, это, конечно, сразу ненависть, это всегда, это агрессия. И вот всегда говорят, вот я даже слышал такое есть выражение, вот если вас обидели, и вам хочется ответить, подождите, придет решение лучшее. Понимаешь, в горячке можно там и оскорбить, и наговорить, может быть, где-то и лишнего, с которым тоже потом ты выглядишь, ну, скажем так, мягко, агрессивно, да. Вот надо успокоиться и принять нормальное решение. Я когда вот слушал, а у меня много раз такое было, когда я слушал в себе, слышал, вернее, это пожелание, я всегда поступал лучше в результате. Ми тут із колегами колись говорили, і говорили, що ви, здається, були одним із перших, перший українець точно, хто постраждав від російської фабрики фейків. Я маю на увазі цю всю історію з Росії. Да. Чи ви намагалися розбиратися і зрозуміти для себе, хто обирає цю брехню, щоб потім робити з неї новини? Хто нарощує от оці аргументи якісь дикі, які переростають, ну, в такі доводи абсолютно логічні? І чому це спрацьовує? Ну, я так тогда не размышлял. Для меня это было удивление и где-то шок. Потому что, если вы помните, в тот момент выступала партия, кажется, «Свобода», и они устраивали под Украиной первые митинги артисту, да? Типа, ну, я понимаю, тогда не то, что они были против меня, а они хотели на фоне популярности Верки Сердючки, там, нашего коллектива, они хотели попасть в информационные... поле. Вот, да, информационное поле, скажем. И, конечно, приезжало телевидение, их снимало, они писали «Данилко Мудилко, ей там до России», там такие оскорбительные вещи, которые я тогда не понимал, что меня просто используют. Они даже, может, не хотят меня обидеть. Но я на тот момент был настолько популярен, ну, как персонаж, что им надо было за счет этого персонажа подняться самим. Поэтому, но мне же надо выходить шутить. А это зал Украины, я помню, это было подряд три концерта. Там много, три концерта подряд. У нас не было ни одного билета, мне все расписано. Усталость, а тебя надо смешить, а тебе перед концертом реально портит настроение. Тебя ведет этот кольцо охраны, а ты развлекаешь людей, и ты не можешь как-то понять, как это может быть. Я тоже, может быть, не хотел участвовать в политике, но я все время в ней был. Я все время, меня все время делили в популярность в Украине националисты, как это, Западная Украина возмущалась. Потом, когда появилось Евровидение, да, то на Западной Украине футболки делали «Russia Football», да, хотя этой фразы не было, это же Россия придумала. Поэтому ты все время находишься в ситуации, все придумают за тебя. И когда... Аксюта, это Юрий Аксюта, это
музыкальный, да, редактор Первого канала, там, в России. И он сказал, вы понимаете, Данилка очень хороший пиарщик, или как-то что-то такое, типа, а я думаю, какой хороший пиарщик, все за меня придумали, раздули такую ситуацию, сделали с меня бабу-ягу, напугали всех русских, слушайте, что я плюнул в лицо России. И вот этот Сурков, который сейчас сидит под домашним арестом, да, кажется, ну, так говорят, то Костя Эрнст бегал к нему жаловаться на меня, что я плюнул в лицо России, и нужно наказать и запретить. И меня везде запрещали. Мне везде запрещали. То есть меня полностью убрали с телевидения, и в это все поверили. Но я вам скажу больше. Как легко, да? Вот белое запачкать черным, да? Да. И как непросто черное сделать белым. Угу. Практически его можно выбрать. Ну, там я по стирке сужу, да? Ну, допустим, да? Вот постирайте там. Конечно, если вы замажете белую футболочку, там, она будет черненькая. Да? Очень просто сделать, да? Угу. Но вот черную футболочку и ручками ничего не получится. Угу. Поэтому как бы вот они вот в этой политике сейчас не отмывались, если они так, ну, я там беру там и артистов у многих. Хотя я все время тоже думаю, есть тоже такое вот размышление там, как о том, что вы требуете от артистов там. С одной стороны, право. Ну, что вы от них требуете? Ну, зачем? Ну, кто-то может на эту тему как-то порассуждать, кто-то может высказать позицию, кто-то, наоборот, в этой позиции проявляется, а кто-то теряется, кто-то не знает, как это делать. Вы же поймите, когда они говорят, некоторые артисты, творчество, я думаю, ну, вот я сейчас перестал ругаться в эфире, то у меня просто выскакивало. Вот я сейчас чуть не заругался, но какое творчество, да? Ну, это бизнес. Угу. Но если там ты купил или купила песню, тебе сделали аранжировку, ты пришла в студию, ты это спела, тебя там, значит, записали, почистили, за тебя, значит... Вот и ты поехала, стала, тебе сделали постановку, тебе поставили балет. Где твое творчество? Что это за творчество? И вот заметьте, что те люди, которые трусовато себя где-то повели, они никогда ничего не создают сами. Угу. Вот вы заметьте, вот просто проанализируйте артистов. Они не пишут себе, они как-то, вот они без рук. Они могут только вот как... Ну, как вот, как радио, да, вот что оно может? Оно может транслировать что-то, да, но придумать информацию какую-то оно не может. Поэтому ждать от кого-то каких-то высказываний, я тоже считаю, что это глупо. Можно просто пообщаться, пообсуждать темы, да, как ты думаешь. Там с моей стороны, как это выглядит. И там на меня там многие пообижались, я говорю, вот и зря. Я наоборот, если это высказывание, которое я там сделал, наоборот, воспримите это как некий совет, но не делайте так, так же плохо, вам же так хуже. У меня нет вообще цели кого-то обидеть. Ну нет, есть одна цель, кого обидеть. Это Владимира Соловьева, вот я все время хочу его обидеть как-то, и Алену Блин. А за что цих двох? За что саме цих двох? Чому саме їх? Ну, потому что один кастрюля, а вторая жопа с глазами. Логично. Да. Потому что тот звенит, ну, хоть кастрюля, хоть, понимаете, он хотя бы, вот в чем есть вот к Соловьеву и некая вот злость, и в то же время, ну, хочется бы так сказать, ну, ты же падла. И он сказал, ну, да, ну, а что? Ну, да. То вот эта Алена Блин, которая вот сидит, я ж где-то даже рассказывал, кому-то я написал, а ей, кому-то, ей. Алена Блин вырывает из контекста мое интервью с Дмитрием Гордоном, угу. Где я рассказываю эту историю по поводу фразы «Раша Губай». Она вырезает это и подает, смотрите, он подтвердил, что он поет эту песню. Ей люди пишут, Алена, как вам не стыдно, вы же там как-то вырвали из контекста, послушайте до конца. Все они послушали. Я же, наивная душа, нахожу ее телефон, пишу ей уважительно, она вы. Алена, возьмите трубочку, это Андрей Данилко из Киева. Тишина. Вижу, прочитала. Я подождал до вечера и пишу. Надеюсь, вам стыдно. 3.
Она это прочитала, тоже видела. Выходит на следующий день программа, где она еще больше понимает, что она, ну, поймана на лжи, пытается опять это все, значит, транслировать, да. И после этого, то есть я тебе дал шанс. Если бы она взяла трубку и сказала: Андрей, ну, понимаете, я бы даже это не рассказывал. В такой ситуации, ну, нас надавили, канал могут закрыть, и вот там сказали это, чтобы вас там пополоскать. Я говорю: ну, полощи, хорошо, ладно. Я бы понял. Но вот так ты поступаешь, все, тогда ты жопа с глазами. Андрію, а вас багато хто питав, ну, от як насправді все відбувається? Я маю на увазі із людей, які живуть по той бік кордону. Чи вони насправді всі сліпо вірять телебаченню? Ні, вони все розуміють. От ті, хто, ну, з ким я спілкувався, 3,5 чоловіка, да? Правда? Я особо не спілкувався. Один чоловік мене поразив тим, що, ну, не поразив, він як-то придумав таку ситуацію, я теж десь об этом говорив. Мы достаточно близки в таких отношениях, таких человеческих, когда мы можем рассказать все, да? И мы знакомы 100 лет, он из России. И мы с ним говорим. Я говорю: ну что ты сейчас, Лень? Ой, проговорился. Проговорился чуть-чуть. Ну не Агутин, не подумайте. И я говорю: ну что ты такое говоришь? Ну я же живу здесь. Я же тут живу. И прекратился разговор. Я ему пишу: может быть, там отключили? Ну, скорее всего, да. Я понял, что он просто нажал, чтобы не продолжать как-то выйти из этой ситуации сложно. И ему сложно, я понимаю. Он слышит меня, человеку, которому доверяет, и у него не сходится. Это что, я так вовлечен в эту пропаганду? Вот у меня было такое впечатление. Дай Бог, чтобы у меня было такое впечатление на самом деле, что он, послушав мои разговоры, ну, мой рассказ, у него в голове не сходилось, как это говорит Андрей, а это что, я так включился, и на меня это так подействовало. То есть я думаю, такой момент есть. И многие люди, которые узнают правду спустя годы, конечно, они будут, я так считаю, просто... В ужасі від того, що вони к этому на це піддалися. Я от спеціально скрін зробила, дуже хочу вам його процитувати, тому що мені здалася дуже цікава думка. Люди вважають, що Київ вистоїть, і для них однаково важливо, що в Києві лишається Зеленський уряд, і що в Києві лишаєтесь ви. А от для них це якийсь певний гарант того, що все буде в порядку. Ви багато говорили, що ви не хочете і не можете поїхати, але чому вам важливо там лишатися? Це мій дім, раз. Во-вторых, так легко говорити, мабуть, зараз. На той момент, коли я залишився, мабуть, такого не було відчуття у всіх. І я так думаю, із-за того, що я тоді майже з першого дня виходив в ефір, і так достатньо багато, і це було... достаточно где-то агрессивно, мне так кажется. Хотя я не нервничал вообще. Хотя по видео не скажешь так. Вот я так посмотрел что-то, я так не люблю себя смотреть. И что-то я увидел, там у меня мат-перемат, и там что-то... И, хотя я там согласен с тем, что я говорю, это я говорю, да. Но это вот какой-то друг, вот какая-то другая интонация. Это другая интонация, эти сирены. И в момент того, что когда мы тут остались, я был удивлен, почему такая реакция, что мы остались. Но мне многие сказали, вот, ну, он же мог выехать там. А я думаю, ну, у меня было там несколько предложений, там, да, но я даже это не рассматривал. Вот я не знаю, почему. Мне хотелось остаться дома. И думаю, так, бомбоубежище здесь. Я же рассказывал, чемодан я собрал, рюкзак я собрал. Так, значит, все у меня там по полочкам. Приехал ко мне Дима наш. Так, ты забери вот это. Если будет это, мы делаем вот это. Пойди на разведку, узнай, где ключи. То есть я быстренько сделал вот эту такую... менеджмент. Подготовительную такую, да, работу. В случае этого мы делаем это. То есть на какой-то первые там первые дни для понимания... Не было же понятно, что происходит. Ты не знаешь, откуда, как это произойдет. И ты еще находишься под вот этим воздействием. Такого быть не может. Как это? Будут Киев бомбить? Как это Киев бомбить?
Вот, но я вам скажу, я ни грамма там до какого-то дня, вот тут достаточно долго, там, я могу там и выпить, и все. Я вообще, и у нас было тогда, запретили алкоголь и все, и там у меня был, там, знаешь, на концертах, там, бывает, дарят там, какие-то там подарки, какой-то алкоголь там. Я даже об этом и не думал. То есть я должен утром проснуться, я должен быть не опухший, я должен быть в рабочем состоянии, так, регулировщик, так, вот туда, туда-сюда, так, где мы мусор высыпаем, комендантский час. То есть как-то я, наверное, даже у меня так в знаке написано, что вот весы в какой-то стрессовой ситуации, наоборот, как-то мобилизируются. И, может быть, нас какие-то такие тепличные условия нас расслабляют, и мы перестаем выдавать что-то. Это я тоже могу за собой заметить. Да. Андрею, а вікна заклеивали? Нет. Нет? Ну, я даже не представляю. Надо было заклеивать? Вот вы имеете вот эту накрест? Да. Нет. А як жити в Києві? Наскільки важче побут? Ну, ліки, допустимо, легко купити? Нет, не вообще. Ну, у меня такая, вы знаете, вот такая вот... Меня всегда за это ругали, а в данной ситуации вот какая-то неосознанная подготовка была. Вот я бывает захожу, вот, ну, это такой человек, захожу там с ромовым водителем, мы заходим в аптеку, да, он говорит: Михалыч, я пойду покурить. То есть он понимает, значит, если покурить, ой, сейчас начнет. То в него давление, то в него крем детский, то надо этот, детская присыпка, то еще что-нибудь. Ну, понимаете, да? Я себе хожу, там беру какие-то там таблетки от давления, все правильно, там, от головы, там, для сна. И вы понимаете, я, бывает, покупаю, бросаю эти кульки и забываю. Дома. Приходит моя Нелька, домработница, командир полка. И она, значит, может это куда-то бросить, куда-то положить. И я, конечно, уже это не вижу. Потом, значит, я покупаю по второму кругу опять то же самое. И это длится. И вот приходит ситуация этой войны. У всех нету отдавления, а я, наверное, думаю, может продавать конкор, которого сейчас очень сложно купить. Ну, я, конечно, в такой шуточной форме вам рассказываю, но на самом деле у меня нету проблемы с тем, что я не могу попасть там, в аптеке, нету этих лекарств. Значит, Андрюша, зайди, пожалуйста, к себе в кабинету, там в этом, в чемоданах вот этих, поройся. О, это я был в гастролях, а там на гастролях у меня все таблетки есть. Ну, короче, с таблетками как-то я разобрался. Андрій, а багато хто говорить, що в Києві зараз, всі, хто зараз в Києві, всі трошки зрівнялися. Бо, ну, в незалежності від статусу і від статків, всі однаково бояться повітряних тривог. Коли ви виходите на вулицю, чи просять вас про фото? Так, да, звісно. Да? Особливо 1-го числа. 1-го апреля, да? 1 апреля, когда разрешили алкоголь, вы знаете, они когда так, то ли они там, ну, какое-то там пиво там или что-то, и вот там молодые ребята, там тети, там и дяди, и все, и всем хотелось как-то меня обнять, мне не было этого, меня это же так веселило, я со всеми фотографировался, и я шел по такому пустому Хрещатику, и слышу там уже шаги, бег. И они так теряются, сразу начинают этот телефон крутить, и я уже тише, не беспокойтесь, я говорю, давайте я сам. Так, сюда, вот так, теперь с вами. То есть я еще, они теряются, понимаете, и им неудобно, и они хотят, то если это приносит людям радость, они там придут домой и говорят: мама, а ты знаешь, что этот, который этот сердючку играет, мы же идем, и он, и мы... И что, он разрешил сфотографироваться, мы сфотографировались. И 100% мама говорит: вот скажи мне, сынок, что он все время в этой маске ходит? Ну, это же как бы... Да, знаете, у вас же тоже, наверное, там половина вопроса. Что он в этой маске ходит? Я чула, ви її знімете, коли буде перемога. Тому я теж чекаю того моменту, коли ви її знімете. Да, то же самое, одно время тоже... А че он в шапке? Наверное, он лысый. А у меня волосы так быстро растут, клянусь. И этот приезжал тут один парень домой к нам, ну, подстричь. И он говорит: боже, у вас такие густые волосы, там люди мечтают, а вы
все время в этой шапке. Говорит, ну, это как, знаете, вот это тоже, как вам объяснить, если нас смотрят там много людей, то это как униформа. Угу. Ну, правда, это униформа. Вот я это одеваю там как-то, не потому что оно одно и то же, я 100 раз объяснял, это разное, но оно одного цвета, да. Угу. И вот для меня маска, это тоже, ну, мало того, что я, из-за того, что я плохо вижу, если я ее где-то бросал, я ее не вижу, я потом не могу ее забыть, темная, да? Uh-huh. Я настолько мне привычно, что я уже выходя из дома, дын-дын, и она вот здесь у меня, вот она мне не мешает. Uh-huh. Все носите, вам дуже личить, носите. Я пусть это будет как у Чарли Чаплина это, как называется, усики. Простынка, або усики, да? Я ж бороду не могу отпустить, потому что, ну, мне же надо, я же играю звездочку. Да, я розумію. Андрію, а ви багато говорили, що ви війну переживаєте от із оцим феноменальним почуттям гумору. Скажіть, жартувати в такі моменти важче чи навпаки легше? Ну, я так не розділяю. Ви знаєте, нужно правильно понимать ситуацию. Вот не, как вам сказать, есть вещи, которые очень сложно контролировать. Ну, наверное, там это касается больше там каких-то душевных переживаний, потому что там какая-то другая схема. Ну, вот я имею в виду там любовь, там какие-то, да, вот там какая-то другая схема, которую, ну, ты ничем не можешь это поменять. Это только время надо, да. Там сложно, там есть какие-то свои там дела, но я это не умею делать. А что касается сложных ситуаций, вы понимаете, Вероника, я в них был все время в своей жизни. Uh-huh. И это касалось и школы, и дома. Это все время были какие-то ситуации, что вот сейчас что-то произойдет. Ну, там, допустим, там сейчас придет папа пьяный, устроит какой-то там дебош, там, или в школе там к тебе, скажи, сигареты есть, и тебя могут там побить, а тут могут что-то... Ну, к примеру, я говорю, да? Uh-huh. Или вот тебя организаторы концертов, думая, какой ты еще юный, а собираешь большие залы, и они тебе говорят, мы после концерта рассчитаемся. Ну, пару раз у них это получилось. Так мне рассказать. То момент того, что когда я быстро учился, я говорю, так, не то, что перед концертом вы мне принесете, а вы мне в общагу привезете. Думаю, они дадут мне перед концертом, пока я там буду выступать, они это все заберут. И они меня просто проклинали, но при том, что были хорошие сборы, а тогда время было купонов. Вы застали купоны? Угу. А сколько вам тогда было лет? 4 роки. Вероника, вас не было. Не наговаривайте на себя, Вероника, вас не было. Вы же 2000-го? Почти. И эти были купоны, это было в таком количестве, что можно было обклеить общежитие. Да? Но uh-huh. они мне привозили, злясь на меня. Потом в результате, когда они провожали меня после концерта, публика была довольная, и я такой, знаете, уставший, с цветами, вот, то они, конечно, ко мне относились хорошо и говорили, ты знаешь, ты молодец. Потому uh-huh. что тут, понимаешь, надо иметь, если ты не можешь физически отстоять свою правоту, нужно отстаивать свою правоту хитрецой. Противника обмануть. Угу. Накормить его, напоить, там, не знаю, это я условно, это образ. Напоить, спать, уложить, потом взять, открыть бензин, все это поразливать и подпалить. И давай ты все гребешь. То есть еще из этого вытащить какой-то момент позитива. Це точно. А як бабусі, пам'ятаєте, які труїли пиріжки і труїли окупантів? Приблизно те саме. Слушай, ну так було во время Второй мировой, потому что когда тоже старые люди, да, и они немцы не видели в них ну, как сказать, угрозу, да. Идите-то, хлопцы, ты заходите, сальце, там что-то такое. А сами, угу. вот то, что я вам рассказал, где-то там разбрызгали керосин там или что-то, раз, подпалять, те пьяные. Когда они проснулись, а двери подперты палками, и все, они сгорали заживо. Угу. Вот такая была борьба. Угу. И я не знаю, там, когда вот говорят какие-то вещи, ну, думаешь, ну, умные люди там, ну, как говорят...
бандеровцы, вот это вот все-то там, и на меня там что-то такое бандер. Я говорю, ну вот вы же делаете все, чтобы мы этими бандеровцами стали. Стали, да. Ну, правда, но я, вы все делаете для того, чтобы мы ими стали. Угу. Потому что то, что происходит, где картинки, я стараюсь не смотреть, потому что я, ну, я, конечно, это все видел, но я стараюсь, это для меня это ужас. Ви колись розповідали про те, що сердючка почалася із вашого феноменального уміння спостерігати, знаходити деталі, фразочки, підмічати. От за тим, що відбувається, чи є зараз персонажі, за якими цікаво спостерігати, підмічати фразочки, деталі. Можливо, росіяни, які говорять із мамами. Можливо, там, я не знаю, та ж Оксана Марченко, яка звертається до президентів. От якісь от такі моменти, які вам, як спостерігачу, цікаві? Конечно, это ты делаешь уже неосознанно. Ты, ты всегда губка. Ты всегда впитываешь. И, конечно, прикольно, когда возле тебя находятся люди, которые тоже понимают. Ну, как бы мы одного чувства юмора, да, у нас одно чувство юмора, скажем так. И, конечно, я некоторые фразы, которые я слышу какие-то удачные, я записываю обязательно, потому что я реально их забываю. Uh-huh. И там, если вы, ну, там заходите, поставите, если оно там есть где-то. Первую ситуацию, это ж мы сидели дома с Димой, малым нашим, и вот первое, что мы записали, то, что касается Али, это было в первые дни войны, там, второе, какое это было, 28 или 29 февраля, 28, 28 дней было. Uh-huh. И мы записали, типа, он меня допрашивает, а я пленный солдат, а у меня на голове кастрюля цептор. И, типа, как-то, ну, казалось бы, дурное, да, но uh-huh. это же сразу вызывало там смеховую реакцию, как говорит Петросян, только из-за того, что это очень похоже. Uh-huh. Там нету какой-то особой шутки, но вот комедия ситуации. Uh-huh. Ты кто там, откуда там, значит, Артем Сысоев, да. Uh-huh. И многие там, кажется, это было в Инстаграм, то какой-то Артем Сысоев написал, ну, блин, типа, как он, знаешь, что-то такое. Да почему сразу Сысоев? Почему Сысоев? Ну, это так попало. А есть там реальный человек, который... И он, бедный, обиделся. И мы там, конечно, ты и прости, друг, но так получилось просто. Я говорю, я в свое время пережил, даже на меня в суд подавала одна женщина, которую звали Вера Сердюк. Вот ее звали Вера Сердюк. И она, приходя на почту, она была взрослая, получать пенсию. В тот момент пик популярности сердючки, когда женщина, которая там выписывала эту, ну как? Посылку? Пенсию. Ну не посылку, пенсию, да. Да. Она начала, Верка, сердючка, и с нее смеялись. Она болезненно это воспринимала. И она написала какое-то письмо в газету, то ли факты. Как можно, тебе Бог дал имя Андрей Данилко, зачем ты пользуешься именем другого человека? Господи, ну... А, конечно, с одной стороны, это смешно. И она подала на меня там что-то в суд. Ну, ей, конечно, там отказали. Ну, что, здрасте, но вы же не единственная на планете, да? Uh-huh, сколько uh-huh. Аллы Пугачевых там, или там Ирын Билык там, или Андреев Данилко, наверное, их тоже... Это... Хотя у меня редкая фамилия. Я что-то крайне редко встречал Данилко. Ты встречал? Uh-uh. Я не встречал. Редкостно, они часто встречаются. И, то есть есть какие-то вариации, типа там, uh-huh. вот как там Данилец, Данилов, uh-huh. Данилецкий, да? А вот именно Данилка, вот я никогда не встречал. Uh-huh. А мне еще в детстве, я вам скажу, такое тоже никогда не говорил, когда вот эта медкомиссия, да. Uh-huh. Военкомат, там, или, да? Или военкомат, или в пионерском лагере тоже, когда там проверяли голову. И они мне говорили, а я стеснителем был, а мне говорили, там, как зовут, там, фамилия, имя, я говорил Данилка. Ну, сразу первое. Данилка. Еще не успевал сказать Андрей. Данилка. Я спрашиваю фамилия Данилка, а они думали, что я говорю имя. Данилка, как, да, как вот Андрейка, там, да, Андрюшка, да. Оказывается, Данилка, но ладно это. И вот заканчивается в советское время Катрусенкино зал. Ну, вот приходит конец этой передачи, культовая программа. И вот после нее на замену ставят другую программу, которую, кажется, вел Богдан Бенюк, молодой еще тогда. Из какого-то перепугу эту куклу, которая с такими руками,
И его звали, не поверите, эту куклу сумасшедшую, звали Данилка. Боже, программа выходила в воскресенье утром, в понедельник я не мог пройти по школе. Все кричали, Данилка показывала, Данилка показывала. А я думаю, боже, какой кошмар. И цей Данилка, він, Богдан йому казав, типа, який ти хочеш там подивитися мультфільм? А він, що ж там, ну таке дурне. Думаю, господи, ну що, зачем це так назвати ще? І тоді я тільки в перший раз узнав, що каза Данилка, це от ласкательне від імені Данило, Данило. Андрію, така історія, знаєте, коли в бомбосховищі ми були і було найстрашніше, чомусь мої сусіди ставили Вірку Сердючку найстаріші монологи. І я чула, що це так було в багатьох бомбосховищах. Чи вас дивує це? Чи ви знали про те, що так переживали люди бомбардування? Ні, ну мені розказували. Звісно, монологи там виросли в просмотрах теж. Я з іншої сторони думаю, як добре, що я помню, вот эта запись, которая ходит по интернету, это концерт, который я оплачивал сам, съемку. Это была съемка, которая... Но мы ее... И какая-то была утечка. Этот фильм не вышел тогда. Ну вот видно, когда вот то ли монтажеры, там, знаете, вот кто-то для себя записал, там, кто-то... Тогда не было интернета, и всем хотелось на кассету. И у меня это первый вопрос, который ко мне знакомы обращаются, Андрей, дай кассету, дай кассету. Я все время не давал, потому что мне раздражало то, что они это увидят, и я второй раз показываю номер, как будто стесняюсь, как будто я рассказываю анекдот второй раз. И вот, и такая вот пошла утечка. Ну, наверное, сейчас, слава богу, потому что оно хоть в более-менее каком-то качестве. Это есть. А то, и я же говорю, если бы в то время нашей такой глобальной популярности был там iPhone, да, и интернет, я не понимаю, сколько это было просмотров. Да. И, конечно, я знаю, что это поднимает настроение, и там многие говорят, сидели в темнотище, мы включили монолог Сердючки, вот это свидание, про свидание. Да. Девочки, стоит вот такой метр шапкой в прыжке с белыми калами. Они включили там этот, и какие-то... А потом, когда посмотрели вот это, они переходят еще на что-то, там еще на что-то. И есть много, которые я стесняюсь. Я сейчас бы так уже не сделал бы, там, или бы сыграли лучше. Но оно-то в таком плохом качестве. Такое было какое-то время. Вот вы посмотрите, какое было крутое качество съемок, к примеру, в 60-е годы, да, там, 50-е. Ну, как они, думаю, так снимали, да? Тут, казалось бы, уже 90-е годы, казалось бы, уже другие мозги, другие возможности. Какое-то мыло, такое все снято, как будто они снимали, как будто в бане, знаете, снимать в бане. Оно все в пару, и что-то там видно. Ну, к сожалению, такое было какое-то, наверное, и некачественное время. Не по контенту даже, а именно по производству. И вот мы так совпали, потому что мы же самодеятельность. Там так смешно мы подслушанные фразочки значит, говорили. И, конечно, оно в то время, ну, я не знаю, расходилось. Мы очень были избалованы вниманием. И, к сожалению... Мало что сохранилось хорошего, но можно порыться в кассетах еще, может что-то есть. Порытись, будь ласка. Я думаю, что от багатьох українців это величезне прохання. Ще... Я вам скажу, я сейчас закончу маленький момент. Я знаю, что это очень ждут от Сердючки именно монологов, да, там не песен. Песня это как такая вспомогательная история, это же понятно. Я понимаю, что это сильная наша сторона в этих монологах. То я вот думаю о том, чтобы сделать такой некий современный формат Сердючка, как стендап, который рассказывает истории жизни, а для того, чтобы это было смешно, ты рассказываешь всегда про себя. Ну, всегда про себя. Вот только я рассказываю про себя через образ Сердючки, через ее текст. По-любе. Это касается сразу всех. Это правда. Ну, попробуй.
вас дуже лаяли тоді, і лаяли, і хвалили однаково за Суржик, тому що ви були першим артистом, який говорив зі сцени Суржиком. А зараз Суржик – це елемент такого національно-визвольного опору, да? Тому що є поняття «бойовий Сурж» навіть. Чи вас це дивує, що так сильно змінився час за такий короткий проміжок? Ні, тоді це єдинственна, або одна із єдинственних причин высказать свою ненависть или меня уколоть или сказать, что, что это такое. Это вот были такие вот то, что я играю женщину, это всегда было типа вот видите, некая сбоченность, да? А, и Суржик. И поэтому я был позор Украины, він позор и украинскую жінку. Я помню эти высказывания, конечно. И я никогда это не мог понять. Почему у меня такая проблема вот с переходом вот в интервью даже на украинский язык? Вот я же объяснял девочкам, я говорю, вот мне настолько вбили комплекс тогда, вот просто реально. А я всегда говорил, ну как в Полтаве, да, вот я говорил на Суржике. И вот с Инкой, когда, которая вот играет маму, вот мы в быту, мы говорим на Суржике. Вот мы говорим на полтавском, да, вот мы так говорили, на полтавском, мы даже не говорили Суржик, на полтавском, да, вот мы как-то, я сразу могу по слуху определить, о, вы не с Полтавы, какая-то вот своя, и вот это просто вот такой говор, да, вот Полтава, полтавская опыт, диалект, да, правильно, диалект, я хотел сказать, да, который существует в Полтаве, вот это был такой вот разговор, абсолютно не было, я учился в украинской школе, я вот заметил, вот я всегда любил писать смски, чаще всего, когда ты хочешь выразить какую-то интонацию, исключительно на украинском. Исключительно. Но когда мне говорят, Андрей, чем вы не разговариваете украинском? Вот, пожалуйста, не говорите мне. У меня сразу начинается вот внутри такая, да? Я потихоньку, потихоньку на лапках милой кошечки перейду спокойно. Мне очень легко писать на украинском. Очень. Даже проще. Ну, я, и у меня это, я вам скажу, я вам сейчас скажу, кстати, я могу себя даже похвалить. Вот я думаю, почему некоторые тексты мне не нравятся, я не понимаю, про что они. Вот, вот я не знаю, вот я какие-то вот как-то урывками, вот как-то, не знаю. Мне кажется, что я очень пишу доступно о простых вещах украинской мовы. Но мне так кажется. Ну, в доказ є перша за 20 років пісня українською, яка вийшла ось буквально напередодні війни. Є пропозиція прокинутись разом у блок. Я якраз хотіла запитати, чи важко вам, чи важко сердючку українізувати? От як вам здається, українською? Очень. Ой, ви з ума сошли? Ну, якщо я на англійській, да? Как, я не знаю англійський, як, ну, там человек, я некоторые вещи понимаю, там где-то я улавливаю какие-то фразы там, да, и я работаю, вот Андрей к нам все переводит, мы в Швецию летаем к нашим друзьям, авторам, которые нам пишут для сердючки, да, ну мы, кажется, там тему оговариваем, там, и им нравится, они же не будут работать вообще даже за деньги с кем-то, они вот как-то мы сошлись, вот, чисто по-человечески, и даже они с нас не берут деньги за песню, там, за продакшн, да, там, когда касается там аранжировки, то понятно. Но сам момент им нравится, когда они могут подурачиться тоже. Понимаете, да? Поэтому за, там, до войны, если брать, это же тоже, ну, такая случайность. Нас пригласили в этот фильм, это было еще летом, и опять же, как люди, которые вот что-то они, как сказать, вот привыкли, наверное, да, вот им надо в финале песня, да, и мы хотим песню, все будет хорошо. Я говорю, вы надоели, я говорю, я запрещу просто эту песню использовать. Только веселый какой-то фильм, я не могу ни один веселый фильм посмотреть только из-за того, что там играет сердючка. Ну зачем это делать? А что вы маете на увазе, пан Андрей? Я кажу, давайте я напишу українською, зробимо фінальну сцену, сердючка от інакше. Тим більше там сцена примирення, там, значить, і чоловік для того, щоб
значить, було примирення, значить, зі своєю, значить, жінкою. Він, значить, тратить шалені гроші і сердючка. Спойлер. Що значить? Фільм не бачили, в прокаті не було. Ну подожди, да, ну нічого страшного. Розказуєш. Нічого, вони побачать. Хто захоче подивитися. Но і чоловік купує виступ сердючки і дарує жінці. І вона, значить, там от радості. І звучить, там, грає, звучить для тебе ця пісня. Є пропозиція. Угу. І вона ж теж, вона ж не простецька, там же теж якийсь я закладав ще один смисл. Угу. І пісень, які написані на українському, їх дуже багато. Я просто їх не записував чисто із-за проблеми. От у мене не совпадає, як бачать аранжировщики, грубо говоря, і як хочу я. Угу. Я думаю, или не найдется такой человек, который мне поможет это воплотить, зафиксировать. Или мне надо, Андрюша, научиться это делать самому. Поэтому мне не то, что просто, мне вообще нету никакой разницы. Абсолютно. Мне даже, я же говорю, мне кажется, что оно получается даже точнее. Органичнейше, да. Да. Андрію, хотіла ще запитати, ви згадали про Євробачення, чи підтримують вас єврофани, тому що спільнота Євробачення, вона якась надзвичайно тепла. Можливо, вам хтось писав уже із... Конечно. Очень много. Ну, если там ми беремо і наших шведських ребят, авторів наших, да, і Пол Фіх, режисер, очень известный, который, если вы знаете, мы когда-то снимались давно, в 15-м, да, году, фильм «Шпигунка». Угу, і там, да, була американський фільм, там була камео сердючка, да, Стетхем там щось з бомбою, там, угу. І ми, у нас була сцена з Мелісою Маккартні. Вот, і він дуже переживав, і перші там дні він в Інстаграм нам писав, і зараз пише, як ви там, і що, і дуже... Он настолько, я прямо скучаю, вот не поверите, вот я так вот скучаю за такой работы, за теми людьми, с которыми мы тогда снимались, насколько это было, вот ты всегда работаешь, ну мы всегда работаем, мы стараемся, мы нигде не халтурим, но, а тут когда еще все подключены к процессу, когда они говорят, ой, и так сойдет, то потом при переводе будет другая картинка, или там, это мы потом допишем, это мы потом... То, что будет потом, никогда не будет. Вот надо... Покажите мне сейчас, как. Нет. Поэтому, конечно, не все беспокоятся, все нам пишут, поэтому тут, конечно, им благодарочка. И, до речи, про Евробачення. Чи чули пісню «Калуш»? Чи вірите, що перше місце, як нам говорять експерти, таке буде за Україну? Вы понимаете, тут... Вот оно настолько все совпало по ситуации в стране, вот как люди относятся. Эта песня абсолютно вписывается в контекст, времени, да. Конечно, все на стороне ребят Калуш, да. Я ж об этой группе не знал. А потом мне Дима Малой поставил песню про Дида. Вы знаете такую песню? У него дуже багато. Ну, и от именно это. Почему-то я мне поставил, я говорю, а у меня стало разных артистов. Я говорю, ну, вот мне не нравится. Ну, думаю, ну, наверное, я так уже вырос. И вот что-то мне... А тут я говорю, а вот этих, вот это мне понравилось. Это был Калуш. И там что-то такое... Я просто не помню слов. Давно было. И то есть там Дида, что-то вот... Про Дида что-то песня. Вот я не вспомню, но, к сожалению. А вы найдите, потом покажете. Вот именно это. Она настолько чувствительна, она настолько сразу рисует текстом картинку. А для меня это очень важно. И я слышал, кавер пела девочка, а ей не подходит. А вот ему подходит. И когда вот выиграла Калуш оркестра, правильно, да? Да. Да, эта песня вписывается во время... Здесь есть момент такой, может быть, чуть-чуть нечестности, да, то, что, ну, ситуация играет на Украину в этом плане, да, потому что, ну, все-таки это конкурс песни, да, но так как мы знаем, что конкурс, ну,
никуда не денешься, он политический, да, и всегда будут люди голосовать, чтобы поддержать страну. И я, конечно, я за объективность, но я желаю удачи ребятам, и я надеюсь на победу. Ми теж. Андрію, останнє питання. Ми у всіх зараз героїв з ким говоримо, питаємо, тому що час непростий, і кожен тримає себе мріями про те, як воно буде, коли ми виграємо. От, можливо, ви вже собі придумали якісь плани на перший день після нашої перемоги? Ой, ну, це легко. Це ми робимо созвон. Варим картошку, и кто будет в Киеве, там я, ну, я беру там, допустим, наши друзья, там, кто в коллективе, там, офис, и мы раз так практиковали, вот наши девочки, они в коллективе, я не хотел, я на это так, что-то так, думаю, ой, много людей, думаю, я не люблю, когда много людей, и вы знаете, на этой квартире, где вот мы сейчас ведем репортаж, это такая, как бы, наша явочная квартира, ну, скажем так, да, ну, когда надо что-то встретиться там или примерить, или что-то прорепетировать, она достаточно большая, костюмы, да, и она вся белая, она белая, просто белая, вот. И мы ставим этот стол большой, на котором стоит сейчас компьютер, вот, и, конечно, наварим картошки, ну, дальше упустим. Прямо хочется. То есть, то, что касается праздников, мы с Инной легко и быстро. Ну, тоді ми щиро бажаємо, щоб приводів для свят було якнайбільше і якнайшвидше. Я тоже хочу, вот в вашей программе «Зірковий шлях», это, знаете, такое, вот все время у меня такое хорошее ощущение, вот, путь, да, шлях. Вот шлях такое какое-то слово такое. Вот смачное. Какое-то. Вот смачное. Это, знаете, когда вот есть такое ощущение, ну вот у меня, по крайней мере, когда ты идешь такая, и ты видишь дорогу далеко-далеко, и, а там садится солнце, вот так садится солнце, и как будто оно садится где-то там. Мне так в детстве казалось. И такая легкая такая пылючка, там проехался кто-то на машине там или на велосипеде, такая пылючка, собака завелась, ну, такая дурная от скуки, лягла потом выжить. И так спокойно, и вот вечер такой, садится солнце, вот что-то такое хорошее. Но мне всегда казалось, что вот, вот там, где заканчивается дорога, ну, где я вижу, там море. И когда ты смотришь на небо, а из облаков это горы. Я себе представлял, вот, вот это самое такое лучшее мое состояние, когда мне туда хочется. Почему я люблю сидеть на окне, на Хрещатике? Ну, не то, что прям сидеть на окне. Не в буквальном смысле. И бывает такой режим солнца, когда ты смотришь на Богдана Хмельницкого, и кажется, что там море. И у меня такое, это мое самое спокойное время суток. Я хочу вот всем пожелать какого-то внутреннего спокойствия, баланса, притягиваем к себе только хорошее, меньше токсичных людей рядом. Что-то говорят плохое, пропустили. Плохо себя чувствуете, пошли в ванне, полежали, там душ приняли, вот водичка все смыла. Я хочу уже, у меня такая уже традиция, она получилась не как строчка из песни, а как тост уже, Вероника. Я написал когда-то такой, и забыл. Угу. Написал текст для песни, и там была одна строчка. Вот я все забыл, кроме этой строчки. Я верю еще в цьому році, небо на нашому боці. І хочеться сказати, лихай, будьмо. Дуже хочеться, да, щоб так і було. Дякую вам дуже, дякую за заряд оптимізму і за цю зустріч, і за те, що знайшли для нас час. Дякую вам. Да, все, пока.